Первый в мире микроавтобус был создан в 1951 году компанией Volkswagen. Позже подобные конструкции появились в СССР. Небольшой творческий коллектив в порядке личной инициативы во главе с главным инженером Рижской автобусной фабрики задумали создать отечественный микроавтобус на агрегатах Победы. А вот дизайн рижские конструкторы копировать не стали. Прототипы отечественного микроавтобуса закончили собирать в 1957 году, и новинка получила название «Фестиваль» в честь Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в тот год в Москве. А летом 1958 года на ВДНХ была показана обновленная версия RAV10 «Фестиваль» на агрегатах «Волги» с доработанным кузовом. Инициатива рижан получила неожиданную поддержку как в самой Риге, так и в Москве. Были выделены необходимые финансовые ресурсы. После изменений в дизайн конструкцию назвали RAV977 «Латвия». На ранних версиях Латвии все двери, включая заднюю, были распашные. Высоко расположенное водительское сиденье и узкое пространство для ног в нижней части дверного проема делали посадку в кабины неудобной. На месте водителя сборная солянка, руль от «Волги» и комбинация приборов от «Москвича». Название машины «Латвия» написано на латышском языке. Билетные кассы в самообслуживании появились на РАФах в 70-х годах. Бросишь, бросаешь монеты в накопитель и отрываешь билет. Бессквозняковая вентиляция салона через люк крыши неплохо справлялась со своей задачей, но на следующих моделях от нее почему-то отказались. Пример удобства и минимализма – ручка и рычаг, с помощью которого открывается дверь. Сразу понятно, как открыть, и нет необходимости в поясняющих надписях. На микроавтобусе нет задних бамперов, а задние фонари только с красными и белыми рассеивателями. В задней части машины предусматривался объемный багажник, а установленное вертикальное запасное колесо закрывалось специальным кожухом. Дополнительный отопитель в пассажирском салоне спрятан под сиденье. Двигатель как на витрине. Обслуживать и ремонтировать его можно прямо из кабины, что иногда очень удобно, например, в дождь. Передняя независимая пружинная подвеска практически без изменений заимствована у ГАЗ-21 «Волга». Карданный вал с промежуточной поддерживающей опорой. Отсек для аккумулятора располагался под полом с доступом из салона. После доработки опытного образца RAV10 «Фестиваль» микроавтобусу дали новое название – RAV977 «Латвия». Первые 10 машин построили в декабре 1958 года, канун 21-го съезда КПСС. С этого момента в СССР началось производство микроавтобусов. И к концу 60-х годов микроавтобусы РАВ экспортировались на Кубу, Иран, Болгарию, Венгрию, Финляндию. RAV977D приобрел современный внешний вид и внутреннее оформление, и в то же время сохранил сходство с самым первым Volkswagen. Впоследствии модификацию рафиков стали использовать для медицинских целей, как карету скорой помощи, туристических, как туристическую версию, и для Аэрофлота для обслуживания пассажиров. Продолжается розыгрыш моей коллекции значков по авиации. Условия конкурса озвучены в предыдущих выпусках моего канала. Всего хорошего.